Внимание, строители! Главгостройнадзор предупреждает. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках должны соблюдаться санитарные требования. Начало рабочего дня, стройплощадка по улице Вокзальная. Заступающие на смену рабочие слышат голос из громкоговорителя, информирующий о необходимости надевать маски и соблюдать другие меры предосторожности. Нововведения главгостройнадзора направлены на нераспространение коронавирусной инфекции на территории Московской области. Отмечу, что в первую очередь беспилотники облетают объекты с наименьшим индексом ковид-безопасности. Напомним, что следить за индексом сможет любой желающий с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки». Также он доступен на Яндекс.Картах. По словам сотрудников надзорного ведомства, после профилактики застройщики стали более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».